Итак, дамы и господа, момент истины. У нас два кандидата на победу. Прямо сейчас. С левой стороны вы видите Швейцарию, и справа у нас Австрия. Пишем в чате, за кого вы болеете больше всего. Осталось объявить эти последние баллы. И у нас будет победитель. Кто же станет преемником Теи и Солены с прошлого года? Фух. Ситуация очень напряженная. Однако, мы готовы. И я уверен, что вы тоже готовы узнать победителя. Австрии необходимо набрать как минимум 111 баллов, чтобы вырваться вперед и победить. Итак, дамы и господа, главы делегации Швейцарии и Австрии явно готовы. А вы пишите в чате, кто же победит на идеальном Евровидении этого года? Австрия или Швейцария? Повторюсь, Австрии нужно получить как минимум 111 баллов, чтобы победить. Итак, Австрия получает от телезрителей. Недостаточно, чтобы обогнать Швейцарию. Поздравляем Швейцарию. Немо с песней The Code становится победителем идеального Евровидения 2024. Наши поздравления. Это стоило того.